С этой породой я живу уже 9 лет. Когда я была маленькая, у нас была собака Зара. Она мне помогала учиться ходить. А когда я подросла, я ее учила командам. А теперь в нашей семье появилась новая девочка. Зовут ее Звездочка. Я буду обучать ее командам и водить по выставкам.